Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Ирина Лямшина, и в этом ролике я продолжу тему открыток. Я решила сделать графичную открытку, основанную на контрасте черного и белого. Для того, чтобы цветок получился объемным, мне нужно было затемнить фон. Для этого я использовала акварель цвет индиго. Я набирала акварель на край кисточки и намечала форму цветка и листья с помощью двойного мазка. Двойной мазок я использовала для того, чтобы переход был плавный. С помощью мазков я создаю силуэт лепестков хризантемы. Они должны хорошо читаться, и основной акцент делается на черно-белые контуры, на саму форму мазка. Для росписи я использовала серебряный акрил. С помощью мазков я создаю форму цветка. Стараюсь, чтобы форма шара она сохранилась. И далее я дорисовываю лепестки по той форме, которую я наметила с помощью акварели. Самые большие лепестки я рисую так, чтобы они прошли по тем местам, где я наметила фон. А затем я дописываю более мелкие лепестки. Как я старалась сохранить форму центральной части цветка, чтобы она походила на шар, на круг, так я и лепестки по краю хризантемы тоже старалась писать в круг. Листья я решила оставить темными, нарисовать только прожилки серебряной краской и чуть-чуть подчеркнуть край листьев. То есть за счет серебра открытка под разными углами будет смотреться по-разному. В конце я решила сделать рамку с помощью белого карандаша. На оборотной стороне можно написать
любые пожелания или поздравления. Спасибо за внимание.